Как нам поступить, блядь? Еще играть? А как нам быть со стримами? Ну... Мне нужно сейчас, наверное, перезапускать, начать что-то смотреть, потом к тебе пойти, но у меня только полчаса будет. Не знаю. Но тебе самое главное же до 12 запустить успеть. Ну, типа. Ну, пойдем тогда... Не знаю. Если прямо сейчас начать, то норм. Ну давай я тогда прямо сейчас переподрубаю, и потом ты в 12 уже врубишь, и там будет наложение, но типа не критичное, условно, полчаса. Давай. Окей. Давай. Все, тогда сейчас еще раз рестарт, еще раз не расходитесь. Почему в чате, пидорасы? Ше? Могу похилить. Choose your champion. На хил никто не претендует у нас. Ну, если надо, я могу. Не-не-не-не-не. Все, чтобы все видели, чтобы не было двух хилов. Нам надо танка. Ой, блять, опять танк нужен. Дима пикает самых ёбнутых персов. О, а липочка чё? Взял. Она ж прикольная. Не, чё, мне прикольно. А, каладины, бля, жестко. Блин, это жестко. Переподрубы, где надо делать, чтобы приходили опять оповещения, чтобы те, кто забыл, прийти или оповещение пришло, чтобы они пришли. Еще раз пришли. Да, да. Нихуя ты нормально придумал. Да, я для этого делал. МБ кастомочку в доточке, потом еще разочек. Но это больше к Максиму. Нет, это не ко мне точно. Да, вот видите. Максик. Блин, так-то... Так-то Максим может быть и Масик, если задуматься. Масик, а дождик идет, потому что облачка плачут? Какую способность стабилки посмотреть? На К. На К. За мной, за мной. За ним. На КС у Максима места нет. Кстати, как у тебя может не быть места? Подожди, я сейчас задумался. А, да там, блядь, Diablo, POE, все вот это говно. Пацаны, мне уже здесь, что ли? Я забыл, что это такой режим. С бачка заходит. Вон. Блядь. Хилю. Амидамару не успел, хоть тебя похилю. Димочка захилил Диму. Димочка опять захилил. На тоненького захилил. Блядь, да что же вы умираете все? Что за хуйня, блядь? Все умирают, что они расстреливают нас люто, пиздец. Я не был готов. Нас, сука. Нас на базе жмут, это позор. На сверху, на балконе, на нашем, двое. Я в ахуе. У них танка нет, буквально. Значит, мы должны один раз их ёбнуть, и мы выиграем. Да? Yes.
Как удобно, что я могу прям с базы хилить. Правда, вы... Блять, вы за секунду умираете, я не могу никого похилить. Хильте. Я не вижу. Меня застанили. Хилю. Не хилю. Пиздец. Типов киллстрики 11-12. Ну когда-то это должно было произойти. Я ипу хилю, не знаю. Походу на него можно только рассчитывать. Ипа, если что, ты можешь преследовать типа, ты можешь легко убить одного. Блять, не могу нахуй. Все, пацаны, я хуже не видел еще отыгрыша. Это пиздец, это наша фиаско. Вот здесь вот камень преткновения. Ну это походу дети какие-то, блять, на это, наогушенные. Или под чем-то таким. Под кириешками. Бля, невозможно, я не успеваю его выхилить, его дома. Блять. Так разможило только что. Они, походу, гематоген с кровью быков, бля, съели. Чё за хуйня? Вообще жестко. Не знаю, ребят, давайте я сам постреляю тогда. Ну, не получается у вас, Коля. Ты же давай, я ультую. Ультанул. Это дало что-то? Это пиздец. А как если у них билд неправильный, как они нас ебут? Может быть для этого режима он самое то. В любом случае там солдат, у него 22 стрик, блять, это пиздец. О, убили кого-то. Я даже не могу поверить. Это за хуйня. Пиздец. Детки выросли, бля. Вот это ебака. У меня один стрик. Ой, Дима, Дима, хорош, Дима. Я только через ульту убил. Это все еще лучше, чем мы все. Солдата, блять, вариант нахуй зайти в спину ёбнуть или не вариант нахуй? Это кто должен делать? Не знаю. Я думаю, ИПа должен. Давайте, погнали, 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 погнали. У меня два стрик. А почему мне дают стрики, если вы убиваете? Я его ёбнул. Ну чё вы не погнали? Я хилю. Я погнал, я его ёбнул. Я Мидамару захилю. Я солдата ёбнул, блять. Без солдата они слабы, давайте, хуярим. Давай, 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 я хилю. Они на нашей базе бегают, это что? Вы чё, ебанутые? Ну, Дима, ты пикнул перса. А чё я, блядь? А что с этим, блядь, что с этим, блядь, а? Чё нахуй, чё ты делаете, блядь? Блядь, если вы ничего не сделаете, я ебанусь. Я хилю Амидамару, я не могу, он не... От этого нет толку, у него всегда нет хп, я его всегда хилю, ему всегда плохо. Это за ебатория, вы чё, охуевшие, блядь? У нас АФК тип. А, у нас АФК типы стоят. Так это бля, ты, блядь. Так это ты с этим сыпой, блядь. Играй, да, да. Я другой сейчас сделаю. Так, блядь, играй. Я нахуй. Я прокачивался, ты, блядь. Шляпа усатая. Какие автопокупку, блядь, нас ебут. Какую автопокупку? Если я куплю не то, мы въебем. Бля, вышел, называется, нахуй, помочь команде, блять.
Вообще, из-за того, что мы постоянно на базе, у нас денег, надеюсь, больше. Это должно как-то так работать. Надеюсь. Я нихуя не пойму. Вот этого перса, когда выпустили, он был нахуй непобедимый. Его понерфили в очко, походу. Он не дамажит совершенно. В пизду. А, пацаны, я признаюсь, это я нам сливаю. Ладно, дайте я вам признаюсь, это я нам сливаю нахуй. У меня перс не дамажит нихуя вообще. У них почему-то очень сильно дамажит, я не знаю. Ладно, нормально, нам нужно всего лишь не выпустить их с базы вообще полностью. Согласен. Пойдем. Так, а как это сделать? Я не знаю, где мы. Где мы, ебаный в рот? Как прийти? Вроде мы нашли путь. Да, нашли. Ебать там дальше? Масса. Я даже не знал, что там дальше что-то существует. Все, вижу, все. Да, охуенно, спасибо, Ипа. А, так же, как они поступаем, бесчестно ебашим, рузлы у них делаем. Всего три выхода. Левый, правый и центральный. Справа двое сверху. Буквально, всего нихуя, буквально. Справа сверху надо контролить, мужики. Вижу, что никто не контролит. Там два типа. Блять, я вас умоляю. Вы так... Это пиздец. Пошли нахуй. Ой. Ладно, я нам закинул, честно скажу. Признаюсь, я нам закинул. Вау. Ну, это рекорд своего рода. Своего рода это хороший рекорд. Так, я, короче, подрубаю и играем в паладинов параллельно. Давай, давай. Ну, кто от меня съебется, я на того обижусь. Как? Ага, вот сюда. Ой, блядь. Максиму тоже нужны зрители. Ну да, тоже правда. Ну вы ну, вкладочка. Всем нужны зрители. Вы сделаете две вкладки. Одна часть стрима от меня, другая часть стрима от меня. Ипа прогорел, что ли, нахуй? Ипа прогорел? Ну, Ипа показывал не лучший свой перформанс в последнем матче. Это правда. А чё сразу не 4 вкладки? Можешь 4. А, вылетело. Ну давай, заходи, заходи. Чё, вы Ипа в Дис не добавите? Можем Ипа в Дис добавить. Ипа, давай, заходи, заходи. Давай, 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 подрубай. Скажи Максу, что он в телегу не запустил. А все уже поздно. Бля, Ипа теперь понял. Ипа теперь и пописал, и покакал в Дискорде. Ипа, прими по-братски. У меня мама дома, отмажь меня по-крутому, пожалуйста. В смысле, чтобы ты в голосовой не пошел? Пацаны, но Ипа крутой, не сможет играть. Да, слишком много шмали выдул. Ой, бля, ну и хуйня, честно. Как рефанд персонажа сделать нахуй? Кого ты купил?
дракончика, он же дамажит пиздец, а он сосет пиздец. Ну конечно, в той игре, в которой ты играл, он сосал еще как. Да, это был молодец. Самый гейский дракон, что я видел. В плане любви к сосанию. Правда. Рефаунд никак не сделать, придется учиться на нем играть. Ничего не знаю, у меня жизнь простая. Я серю. Так, что там есть? Так, значит, есть серию этот, Доталова. Этот. Ипа, кого берешь? Танка или нет? Поняли? Блин, даже Тимур злой стал, я не знаю, нам какой-то азверин воздух добавляют. Это ужас. Чё, я еще на этих на нарезках стал видеть, на нарезках постоянно кого-то хуями кроют. Раньше такого не было, сейчас прям стабильно. Что за нарезки? Сальчичон. А, ну. Что за нового танка поиграем? Вот это да. Вот это да. Бля, крутой трек, что я его раньше не слышал. Нравится. Ёба, урод. Относительно новый. Блин, ну я последний альбом слушал и предпоследний альбом, по-моему, слушал. А вот что делал Young Lean с 2014 по 2020 для меня полная тьма. А чё мой тип делает, кроме как разъёбывает? Где ты? Бля, Дима, чё у тебя за манечка таких персов брать, это пиздос. Бля, ты себя видел? Я видел, как он разъебывает сильно. Но он очень сильный, он почти что самый сильный в игре. Тебе надо хуярить за него. Это пиздец, ты... Ты понимаешь, у меня это лицо пиздец, на уровне твоего очка буквально. Нравится? Вот такого я размера. Давай, я под тебя играю. Пока тебя не бьют, я здесь мансю. Блять, они знают, что делают, суки, они, он ты сразу зря. Чувак, ты зря. Я нихуя не понял. Что оно все нахуй, я нихуя не понял. Да, собственно, ты заказал фильм? Ипочка убивает, давай, пока Ипочка убивает, нам надо продолжить. Я в ахуе, это я танк такой? Сосу бибу. Да блять, ну хватит нахер! Сука, киберспортсменовые ублюдки. За тебя. Я ничего не знаю, у меня не так хорошо с Семидомару, он вот этот снайпер, в него никто не стреляет, его можно бесконечно хилить. Чё за хуйня? Ну что я дальше за варфика не играл? Вот это рассыпается, блядь, за 2 секунды. Да это какие-то типы жесткие, что-то они творят, они в компании играют какой-то, в команде. Они создают мне плохой игровой экспириенс, их надо репортить. Кто стреляет? Похильте же, ебаный в рот, есть а силы. Сквозь стену не хилят? Я слабый, пацаны, сорян. Мне кажется, сквозь стену не хилят. Я пытался хилить сквозь стену, не получалось. Блять, но я только, сука, нажимаю хилить, и человек умирает в эту же секунду. Максим, живи, я тебя похихилю. Ну похильте. Хилю. Спасибо. Еще хилю. Прямо возле нас тип. Что я сделал? Я не ебу. Хилю. Еще хилю сзади. Слева, пацаны. Сзади. Слева, меня. Сзади хильте, сзади. Слева хильте. Ага. Крой меня, я буду крыть тебя, блять. Найс.
У меня не, ну не знаю, пацаны, сильный пиздец просто. Не знаю, как жить. Нет, это ты. Ну, слушай, ну пошли проебные катки, что тут сделать? Ну, такое бывает. Да, что-то вообще не кайф. Мне не кайф. Тебе нравится? Хуёвый день такой. Я вообще не ебу, что я делаю. Я не знаю персонажа. У вас что, настроение зависит от проигрыша в компьютерной игрушке? Ахахахаха. У меня тоже. Ой, блять, ой, блять. Дима, хуярь. Я тебя хихилю. Я не знаю, я только появляюсь, они сразу меня хуярят, начинают. Дебилы, блять. Ублюдки, сходите, потрогайте не то что траву, нахуй. Хотя бы грязь. О, мы кого-то убили. Нихуя не могу. Ровно нихуя. Почему я коня не могу вызвать? Слушай, у меня ульт есть, я сейчас сделаю жестко. Давай, давай, давай. Я не знаю, что я сделал, но я ультанул. Блять, больно, Найнер, больно, блять. И по АФК стоит, сквозь стену вижу. Кстати, почему здесь легальный волхак? Я на всех персах вижу всех сквозь стены. Они пришли занимать точку, слышишь? Я просто так нажимаю скиллы, я не ебу, что они делают. Я тебя из-за уголочка хилю, в крысу. Давай. Тебя в крысу хилю. Давай, давай. Там Амидамару справа разъебали, мужики. Он идет теперь к вам. С этой стороны сейчас зайдет. Что? Сейчас кто-то из персонажей сказал time to peace. Блять. Бля, я тебя столько хилил, это просто ужас. Море крови. Фу. У меня аж 3000 кредитов, бля, столько я нахилил. Ну мы на какой-то момент смогли поиграть как люди. Угу. Пусть и недолго. Я в центре чуть-чуть тут исполняю. Давай, давай, мы сейчас подойдем, если сможем. Топаю нахуй, пацаны, топаю нахуй. Блядь, не могу. Ну что такое, подойду, сука, я топаю. Ибо одними в лицо прям выстрелили. Меня разрубили красиво на камеру. Чё за хуйня, я такое не ожидал. Более-менее еще разыгрался. По какой-то момент было неплохо. Но он очень сквишовый, этот тип. Ему нужен какой-то покет-медик. Нет, только не на, о, не на этой мапе, не в таком составе. Короче, это вообще пиздец. Чек не донутый. Сейчас чек на досуцин. А как меня будет не видно, если тут всех видно сквозь стены? Или меня не будет видно? А, кстати, опа. Там Дид донатил. Пойдешь на улицу делать граффити, чтобы выиграть миллион от Мориарти? Нет, это противозаконно. Альтон, Максим, я сдал диплом на 5, я тебя обожаю, спасибо за стримы, сдал на 5, вау, бля, вау, вау, перевернутую жду, пожалуйста, бабу перевернутую. Какую бабу? А, слушай, пожалуйста, конечно же, кому нужна оценка хорошая за экзамен, обращайтесь. Досоцин, треугольник печали, госмотреть. Досоцин заказывает кино «Треугольник печали». Нормалек, молодец. Мы его будем смотреть, нормальды, нормальды. Так, слушай, блядь, я не знаю, надо что-то сделать, пацаны, пустите меня за убийцу, пожалуйста.
Давай, давай, я каждый раз хиллера беру. А я еще и топовый по урону, несмотря на то, что вся команда, да, была. Опа, что там еще за донат? Сейчас, пацаны, еще одну дайте сыграть. Будем смотреть фильмы. Так, дайте, пожалуйста, за убийцу. И пой, дай я за убийцу сыграю, за эту. Дай мне ее, пожалуйста, а за скай, дай. Спасибо. Все, всем пиздец. Все, всем пиздец. Все, я играю чисто на тебя. Жесть, ты часто стримишь, респект. Недавно пересмотрел Алекс Готика Марафон, сделал топовый шортс. А ну-ка, что там? Бля, вот это бы купить тему. Здесь у них КСЧР, который трек кидает. Но у нас вроде... Да блин, я постоянно вижу сквозь стены, я не знаю. Постоянно. И вот этот шортс. Такс. Хороший. Не, это даже топовый. Oh dear, romance me with a small talk, говорит. With a trash talk. Может быть, ну, для автопопчача все надо. Мафик, сейчас доиграем и там порешаем, что там с кинцом, с фильмецом. Сейчас у меня работает, кстати, пурчачас. Автоматически. Блин, они сейчас опять будут под базой, да? Я не высовываюсь нахер вообще. Не-не-не-не-не, тут драка, драчка в центре. Блять, это чисто не тот режим. О, там этот, блять, биг бой. Блять, это опять этот фустер. Я его расхуярю. Давай-давай. Пацаны, кто в бочину, блять, стреляет? Не понял, блять. Я тебя хилю-хилю. Хуйните, он зашел туда. Хилю-хилю. И посина. Спасибо. Помогите. Помоги. Хилю, хилю. У них три хила, пацаны. Это пиздец. Сзади, сзади. Антихил. Антихил все покупайте. Блять, что за хуйня? И пулечку похилил. Ну кто мне в спину постоянно дышит этим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Амидамару спас. Слушай, в этой игре что-то супер жестяк. Я уже человек 6 от смерти спас. Ну нет! Ты купил, сука, оперативку? Она все еще идет. Че, пацаны, вас лагает жестко? Ну, у меня стрим уже не работает несколько дней, более нету. Пиздец. Ну, это так и да. А вот так вам, это дорогие грустно. Друзья. Ну, а нахуй. Блин, дождись, дождись. Там соля... соляного, да, ебашишь? Отвлекаю их. Давай, 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 я подхожу к тебе. Давай, давай. Хилю. Надо хила их сзади зайти убить, я пошел. Давай, давай. Блять, ну хила-то три тут. Они хилы хилов хилят, я не понимаю, это что такое вообще? Хилерский инцест. Я ультанул по всем. Не знаю, дает ли это что-то. О, фак. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Ну, вроде нормалёк. Ребята, антихил купить срочно. Антихил при смерти покупайте срочно. Красавчики, красавчики. Во, вот это ульта хилов не спасает.
Говорят, что антихила нету в игре уже. Брали антихил? Ну, да, да, вроде жесть. Говорили, да. Это ульт у Амидамару бы... А, нет, другое. Ага. Каким хуем плашка может так долго идти? Ну, если наебывать. Подожди, захилю тебя, захилю через заборчик. Блять, не могу через заборчик. Ого, ипочка нормально разъебывает. Йоу! О, нас обкукурузили. Бля, я вас сейчас так жестко зах... Вы умерли. Блядь, его не убить под хилами. Помогите на точке. Блядь, без ульты ничего не могу. Охуеть, меня кинематографично разъебало. Ну давайте какой-нибудь там этот славянский зажим яйцами или что-то сильное надо. Нужны ульты, ульты. Чтобы их выдавить оттуда. У меня 78% только ульт. Да реально антихила нет, а что тут сделать-то, блядь? Сука, нахуй у них так много... АУЕ дэмэдж. Так, а так, так, Амидамару хуярь, хуярь, хуярь. Все, есть, минус танк. Когда он придет снова, я еще раз ульту постелю. Давай, давай. Ой, блядь, Амидамару всегда бил. Мне надо похилять, похиляйте, похиляйте. Я мертв был, не могу. Че там, донаты? Дима, хилю. Ой. Ну добейте ее там чуть-чуть. Йоу. Сейчас он приземлится. Сейчас он приземлится, я кину ульту, кидаю, добиваем его. Пацаны, добиваем, стреляем в этого. Какой гнилой урод, бля. Все время хилов фокусит. Я надеюсь, ему стыдно, бля, за свое свинское, блядское поведение. Мы, кстати, должны так же делать. Да. Но у них 4 хила, что делать? А, неспешно хуярить. Бля, он опять вкатился, и он меня заебал. Расхуярьте, расхуярьте хотя бы одного. Хилю, хилю, хилю. Убить его, убить его, убить его, убить его. Блять, меня съел. Вот у меня reduced healing написано, я не знаю, это антихил? Да. Антикил. Что какое-то встроенное? Пацаны, 86 до ульты. На, сука. На, сука, тебе. Ты троих ёбнул? Троих, четверых. Ё... Но нет, Амидамару забрал. Куда ты, блядь, бегаешь, пипосина? Я там ультанул по всем, кстати. Не пускаем их сюда, нахуй. Не пускай, не пускай. Да, надо прям на точку встать, и мы сейчас уже закончим. Фильм, но мы хотели. Там, но... где он зашел? Не знаю. Но мне Досотин заказал фильм. Ну да, 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 то есть Макса точно будет. Если он не против, можем у тебя посмотреть его. Можем у меня, да, кстати, посмотреть. Зашел, сука. Я успел выжить. Какой же кайфарик. Как он меня заебал, каждый раз он меня убивал. Но я его переиграл уже. Это уже не первый раз мы играем в эту игру. Все. Наша. Наша. Ух, блядь. Йоу. Йоу, наша.
капец, ребятам, чтобы стрим загружался, надо включать VPN через СНГ сервера. Это же вообще пиздец. Это Грузия, жесткая. Азербайджан, Беларусь. Говорю, есть VPN, ну, что, значит, наоборот. VPN наоборот, пацаны, знаете? Вроде он бесплатный. Мне дали жетон бесплатного персонажа, отлично. О, тебе повезло. Да, нормально. Уже второй, правда. О, посмотрите, как оно у меня стоит. Ну, посмотрите. Смотри, я нахилил столько, сколько у них ни один хил даже не нахилил. Да, алкохимик, сейчас чекну. Короче, все идет к тому, последнее время столько жалоб на неработающие стримы ВАЗДа, плюс VPN и все это такое. Все идет к тому, что на ВАЗДе теперь только для ограниченных избранных круг. Угу. Для личности это стримы, а мейн-стримы только на Твиче. Потому что я даже не знаю, что еще с этим делать. Блин, в какой-то момент же все было у них хорошо. Типа, плеер работал, чат работал, никаких вообще не было трабл. Было, было, было. И потом у них пошел стрик, у них вначале там что-то авторизация сломалась, потом плеер, потом чат, потом прокрутка чата. И вот почему-то с того момента... Почему до сих пор нет прокрутки чата? Я уверен, это две строчки кода, отвечаю. Типа, слэш-слэш, чат, да, даун, да. Две стрелочки вниз. Не, так это... В смысле, а прокрутка же есть вроде. Или ты про что говоришь? Ты про, ну, запись? Когда ты запись смотришь. А, не-не, да. Я говорил про то, что помнишь, было, что чат не листался. А, было, было, бля. Да не, Мафикс, тут не про хайп, тут про то, что платформы не пускают людей смотреть стримы, как бы, блядь, такие дела. Так, что там? О, алкохимика, с чего бы это? Еще без сообщения. Что такое происходит? Он въебал пиво, и его не вставило, поэтому полагаю, что он еще пошел за пивом. Алкохимик, ты что, напился пива? Чуть-чуть донатом не успел, увидел шорс про Готик Алекс, аж слеза навернулась. Это же было года 3-4 назад, да, как быстро время летит. Помнишь, тогда вот такусенький было, сейчас вот такенный, спасибо. Алкохимик, вот такенный, это в смысле бухой? Ну, красавчик. Молодец, алкохимик, спасибо тебе. Откуда сколько у тебя денег? Кем работаешь, признавайся. Приветик, давно не был на стримах, с ноги благодарность сразу, спасибо за все твои стримы, видосы на канале, ибо помню, как сидя в шараге, смотрел твои видосы перед защитой диплома, и они помогали. Кстати, тогда защитил диплом на 5. А так, у меня вообще-то все зрители защищают на 5, чисто только отличники, это я, это моя заслуга. Чуть больше 4 лет назад получил военник, устроился на вахту за чеканную монету, параллельно участь на бакалавриате. Сейчас получил вышку, и все это слушая тебя. Добрый, красавчик, добрый, но, бля, ты видишь... Ты видишь, какой ты красавчик, и скольким ты мне обязан. Поэтому никогда не уходи. Всегда оставайся. Так, ну чё, блядь, ещё одну? Погнали. Вон, Дасоцин тоже на 5 защитил. Я думал, Дасоцин скуф. Извиняюсь, конечно, перед Дасоцином, но... Был уверен, что он скуф. ЕГЭ, твои заслуги не применяются, просто мне нихуя не помогло. А я тебя разве благословлял на что-то? Я что-то не помню, чтобы я тебе лично удачу какую-то выдавал. На ЕГЭ, конечно, слабее действует. Моб приложение. Ой, блядская осада. Я, если честно, даже не пользовался никогда мобильным приложением ВАЗДа. Ой, бля. Ой, блядь. Ой, выбор печенёна. Падло на других сапах играть? Нет, я оттачиваю мастерство. Это как та хуйня про 10 тысяч ударов. И один удар повторенный 10 тысяч раз. Вот я 10 тысяч раз хочу нахилить. Лиан. Максим, я нашел старый телефон, на котором был у вас, чтобы попасть на стрим с компа уже месяц. Не могу даже на сайте зарегаться, бля. Бля, чуваки, бля, так печально это слышать, пиздец. Но было же время, нормально работал сервис. Блин, это что-то вообще грустно в натуре. На Твиче какой-то народ приходит и по итогу не может попасть. Не, не может, много не может. И теряется, скорее всего, потому что... Для Твича все равно, если чисто по Твичу брать, типа мало стримов, если Твич плюс вас, то это вот самое то. Так.
именно печально. Печально. Слушай, а помнишь, мы играли в какую-то игру, вообще один из самых первых стримов, и там что-то в курице можно было превращаться в игрофон, вот прям один в один, как паладин и был. Что за игра была, не помнишь? Жесть, не помню, что, в курице превращаться хочешь? Да, там какой-то батл рояль, по-моему, был, и можно было в курице. А, что-то было, да, да, да. Реал рояль. Мозамбик спрашивает, что за обратный VPN? Коля, объясни доступно. Многие сервисы не пускают зарубежных IP-адресов, поэтому делали... Ну, точно был, по крайней мере, сайт, который назывался VPN обратно, где просто VPN только на полностью русских локациях. Если у кого-то вас не работает, то может эта хуйня поможет. Бля, пацаны его захилили. Пацаны, пацаны! Пацаны, ну что делать, блядь? Мы проебали. Улетели неудачно, танка не дожали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У них у каждого антихил, это какой-то пиздец. Все, точки нет. На три курочки с холодцом и хреном. Ой, ну, спасибо, спасибо. Ой, точки нет. Слышь, тип прилепился. Дожмите танка. У него собака еще, блядь, на это. Но собаку я расхуярил. Блядь, у меня в одной руке глох, а не могу. Ладно, в следующий раз зайдем с ульт. Слушай, неплохо, мы расхуярили, да? Он ушел. О, бля, похильте. Они бля, они прикинь, они ждут, пока все резнутся, чтобы единым фронтом выступить. Ну, бля, вот это, конечно, они умны. Умные не по годам, блядь. Не... У нас такого не будет. Это пиздец. Да что это меня тип? Ну, перезарядка, шел... перезарядка, блядь. Ну, блядь. Нихуя они двигают быстро. Ничего, остановим. Честно признаться, мне кажется, такое не останавливается. Я уверен, что мы сможем. Уай! Ну опять антихил, ну что это? Ну у нас команда чуть-чуть не сложена, да. Надо их стопнуть каким-то хоть образом, я не знаю как. О, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Я далеко от вас. Да, блядь. Добить, добить, ну добить же. Блядь, собака ебаная. Убил собаку. Хилы есть? Да-да-да, они просто сейчас не в городе. Все, я тут. А чё залупа не останавливается, схуяли? Или это она мы толкаем? Обратно катится. А. Ну так, я не знаю, слушайте, надо тут, короче, думать. Как-то надо ворваться, короче, слаженно. Давайте так. Врываемся, короче, слаженно только. И всех убиваем. Ух. Дима, попытайся в спину к ним. Не сразу в лицо, а обойти чуть-чуть со спинки, почесать. Окей. Ипа, ты, кстати, умеешь за эту тему играть? Это вообще жесткий перс. Блин, Ипа идет быть на коне. Поехали. Бля, ребят, не знаю, что надо сделать, надо что-то сделать. Мое образование заманчиво, но я не готов быть актером. Да, я умею. Ой, блядь. Каким актером? Ох, хилю, ой, как же я хилю. Бля, опять редюст хилинг. Это пиздец.
Йоу. Где они? Только что тут были. Честно говоря, они везде. Все, ёбнули их. Да-да, нормально. А, регать против вас и прикидываться нубом. А не, как видишь, и противники с этим неплохо справляются. Ой, блядь, ну больно, 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 больно. Держитесь, 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 уходи, уходи, уходи. Да, я сейчас я на подходе, на подходе. Нормально, нормально, нормально. Есть, 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 точку отобрали. Опа, я, блядь. Чё-то у них танк какой-то такой соснявый. Дурак, он надеется на хила, а у них хил обсосок. У меня стрик 7. Блять, надо скорость бега прокачать, я плетусь как черепаха. О-о-о, я не нуб. Это вы правильно сзади, в чате сзади, написали. Бой, давай сзади бой. Пиздец, меня обосрали и обоссали. Охуеть. Они знали, что я сбегу назад. Охуеть. Скотина. Ну и чё, сейчас я вырубусь. Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Йоу, я на минку встал прям на 200 хп. Дайте кому-нибудь хильнуть кого-нибудь, дайте. Панк стоит просто, вдупляет, добить. Бля, я Лидомари вливаю просто, как сыну родному. Есть, 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 есть. Дохлый, дохлый, по одному отдались. Так, а тележку надо хилить? Нет. Ну, я не хилил. Панка, если добьем сейчас? Печально. Ухожу. Ебать их тут! Охуеть. Нет, не будет. Не-не-не. Ну что, ну что? Если что, заказанный фильм 2.30, ты что, охуел? Сейчас, сколько он тебе закинул? Ровно по рублю. Ровно по 10 рублей. Неважно. Это мало. Не знаю сколько, но это мало. За такой фильм нихуя себе до утра опять сидеть смотреть. Бля, 2-2. Сколько нужно знать, чтобы ты протолкнул фильм «Задание»? Сколько он идет? Что? Что сыпай? А что с тобой? Что ты бегаешь на месте? Я прячусь. А-а-а, нихуя себе. Добить осталось, добить осталось. А, это Ипа, ёп... Бля. Ипа надо мной угорал, оказывается. Бля, я уже, сука, сонный, пиздец. Даже не понимаю, что надо мной угорают. Нахуя я это сделал, блять, нахуя я это сделал? Нахуя я это сделал, пацаны, мы обосрались. И, блядь. И дура. И две дуры, дуры. Бля, какие дуры, они меня преследуют. Какие ублюдки. Ой,
Ублюдки. Это пиздец. Это пиздец. Это все, это пиздец. Они давят пятером, мы никого не убили. Вообще никого. Да, это нереально. Типочек с ником простое чудо, но это кринж, как минимум. Простое чудо, блядь. Сука. Все, я тебя в крысу хилю, короче. Давай, ты бессмертный. Понял, добиваю. Убил их хила. Там без защиты. Ой, бля. Может, хотя бы, бля, не довезут. Не довезут, не довезут. Надо просто сосредоточиться. И хуярить. Бежи! Сзади, сзади, уже пришли. Нахуя хил пришел умереть, не знаю. А, ну, наверное, умереть пришел. Ну, кстати, нормально, он въебал ульту, думал, что-то сделает, а по итогу всосал. Кто там, сука? Редусит хилинг у меня. Как всегда, блин. Где он? Уаааа! Не, мне донаты не нужны, не надо. Ой-о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 й. Ультану хотя бы. Давай-давай-давай-давай. Хилю. Хилю-хилю-хилю-хилю-хилю. Давай еще чуть-чуть. Давай-давай-давай. Додавить говно. Блядь, ну что? Ну что такое? Я тебя, ну, хилил, ладно, а ты не хилился. Я не знаю, так бывает. Надо захватить точку любой ценой. Ну любая цена, пацаны, нас устроит. Три. Так у меня что, донаты не показываются, что ли, никому? О, Кахимик, ты чё напился, пиво? О, Кахимик, ты чё? Это твой последний донат мне, что ли? Что такое? Ты чё? Я 2000 скинул. Сейчас посмотрим. Пацаны, ульты нет, ничего нет, я вообще в шоке. Но мы задефали successful. Тут тоже понимать надо. Лучше я хуйну. Ладно, я сейчас вообще соблюдаю позиционку жесточайшую. Так, нету, Дима, опасная позиция. Вот сюда вот. Во-во-во-во-во. Реально жесткая позиционка. Бля, ну не умирайте вы за секунду, еп. О, хилю-хилю-хилю-хилю-хилю, да, все. Я обосрался в тебя. Значит, вот она, вот она. А что же я сделаю-то? Дима, сзади будет сейчас. Дима, сзади будет сейчас. Пацаны, он мы идет проебали, сзади. Идите на точку. Вырывайся на точку, Дима! Быстрее! Давай! Блядь. Я так убил я на хиле, прикинь, на хиле убил. Это все, это пиздец, это овертайм. Врывайтесь на точку! Если бы мы знали... Я вышел. Ай, блядь. А сейчас я проверю, кто дамажил. Мне это интересно. Чекай. Проверяй. Лучше посмотри, кто хилил.
Это я тоже гляну. Итак. Оу, oh, yes. Ну ладно, может быть, ты хилил. Дима, может быть, ты убивал. Танк, может быть, ты и танчил. Я тоже вроде что-то сделал. Немножко, но сделал. Так посмотри на их статистику, у них говнари, они всегда мертвые были. Нанесли все в два раза меньше дамага, чем да, мы. Кстати, в чем проблема? Это какой-то прикол, почему у них настолько мало дэмэджа у всех? Из-за ипы? Не, видимо, у них более танковые персонажи, получается. Раз ну, Амидамару танк, танк не танк. Танк вообще типа не танк вот этот вот. Значит, Амидамару виноват. Амидамару, ты виноват, хоть он оттанковал 100 тысяч. Не, ну мы тебя прощаем. Ладно, прощаю. Ух, блядь. Мы бы в роботиков. Как плашка придет тогда в роботиков. Та игра уебищная, эти роботики. С ума сводит. Горит жопа. И погорит новичок. Жарко. Что с фильмом решаем? Или мы еще одно идем? Или мы идем фильм смотреть? Ну что, ребят, что решаем? Погнали на кинцо? Мне кажется, это будет хорошее завершение дня. Начало выходных. Да, только один человек сказал играй. Да я и сам уже не могу, блядь. Да, да. От этой игры сверби в заднице. Чек не донат, чек кинул варик на фильм. Алкохимик, какой варик? Я же пообещал уже человеку, что смотрим фильм. И он даже задонатил на него. Так, добрый, спасибо за все. Скинул еще 500 рублей. Бля, братан, ну ты реально добрый. Ребят, ну пиздец вы добрые. Знаешь, как приятно? Вот я 6 лет стримлю, и как раз это с 9 класса ровно до первой работы людей провел. И вот они начали работать и по-честному донатить. А столько донатов, блядь, как сейчас с 300 нахуй зрителями на ВАЗДе не было, когда было 3000, блядь, на Твиче. Я тогда умолял, просил, блядь, скиньте хоть рубчик, блядь, хоть что-нибудь. Так там же все школьники, не знаю, там 20 рублей на пиццу последний, блядь, никто не кидал. Сейчас бахают мне все на вахте, все командиры, блядь, все эти, как там, программисты, охуенно, блядь. Слушай, история складная, красивая, жаль, пиздешь. Но... Отвеч нет, но отвечаю. Вот добрый скинул еще 500. Говорит, спасибо за все, добрый, спасибо тебе. Я помню, у тебя был тип, который наркотиками торговал и кидал тебе по 20 тысяч за раз. Ну, кстати, вот он обторговался, с тех пор ни разу ничего не кинул. А по-моему, он еще какую-то моря, хуйню типа... барагозить начал мне. Да, да, его жестко разъебало. Жестко разъебало. Прикинь, если это был Мориарти. Слышишь, он, по-моему, еще какую-то хуйню потом барагозить начал. Обкололся своей хуйней. Да, да, он какую-то хуйню вообще говорил.